Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию видеовыставки «Книги юбиляра», посвященную 120-летию со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» Ивана Бунина. Все произведения Ивана Алексеевича Бунина пронизаны трогательным чувством к своей родине и ее природе. Рассказ «Антоновские яблоки» необычайно важен для понимания творчества писателя. С огромной художественной силой в нем запечатлен образ родной земли, ее богатство и непритязательная красота. Замысел рассказа появился у автора в 1891 году, когда он гостил в усадьбе у брата Евгения. Запах антоновских яблок, которым были наполнены осенние дни, наполнил Бунину о тех временах, когда и поместья процветали, и помещики не беднели, и крестьяне благоговейно относились ко всему барскому. Впервые рассказ «Антоновские яблоки» был опубликован в 1900 году. Публикация вызвала неоднозначные мнения. Кто-то положительно относился к «Антоновским яблокам», некоторые же упрекали Бунина в том, что он выразил свое пристрастие к быту старых помещиков. Все произведение охвачено осенней темой. Автор рассказывает красоту природы в эту пору и изменения, которые осень приносит в человеческую жизнь. Рассказ состоит из четырех частей, в которых отражены периоды жизни России, ее прошлое, настоящее и будущее. Он построен как мозаика впечатлений, воспоминаний, лирических откровений и философских раздумий. Все части связаны главной темой и образом рассказчика. Он предстает перед нами человеком с тонкой душевной организацией, мечтательным, восприимчивым, оторванным от реальности. Рассказчик живет прошлым, скорбя о нем и не замечая, что на самом деле творится вокруг него, в том числе и в деревенской среде. Сначала рассказчик описывает раннюю осень, щедро присыпая пейзаж народными приметами. Такой прием помогает воссоздать деревенскую атмосферу. Появляется образ антоновских яблок. Их собирают крестьяне в садах мещан-садовников. Постепенно автор переходит к описанию мещанского шалаша и ярмарки возле него. Вторая часть снова начинается пейзажем и народными приметами. В ней Бунин рассказывает о стариках-долгожителях, как бы намекая на то, насколько слабее его поколение. В этой же части читатель может узнать, как жили богатые крестьяне. Рассказчик описывает их жизнь с восторгом, не скрывая, что и сам хотел бы так пожить. Третья часть произведения Бунина «Антоновские яблоки» – рассказ об охоте. Это единственное, что поддерживало угасающий дух помещиков. Рассказчик описывает все – сборы на охоту, сам процесс и вечерние застолья. В заключающей части автор рассказывает о смерти помещицы Анны Герасимовны, помещика Арсения Семеновича и стариков. Вместе с ними, кажется, умер и дух старины. Осталась только ностальгия и мелкопоместная жизнь. Тем не менее, Бунин делает вывод, что она тоже хороша, доказывая это описанием мелкопоместного быта. Большое место занимает тема природы. Картина родного края написана свежо, чисто, с уважением. Сразу видна любовь автора ко всем этим полям, садам, дорогам, усадьбам. В них, по мнению Бунина, и заключается подлинная настоящая Россия. Природа, окружающая лирического героя, поистине лечит душу, гонит разрушающие мысли. В центре изображения не только последовательная смена осенних месяцев, но и возрастной взгляд на мир ребенка, подростка, юноши и зрелого человека. Раннюю погожую осень, с описания которой начинается повествование, мы видим глазами мальчика Бурчука. Во второй главе лирический герой утратил радость и чистоту, свойственную детскому восприятию.
Вклад средней дворянской жизни, еще и на моей памяти, очень недавно, имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому, старосветскому благополучию. В завершении произведения убывают светлые тона и утверждаются темные, мрачные, безысходно тоскливые. Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. В Лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синее и грустно умирают сумерки. Бунин повествует не только о том, как приходит ветхость поместья, и ветер перемен разрушает старый бытовой уклад, но и о том, как человек движется к своей осенней и зимней поре.